Здравия желаю. Предлагаю к вашему вниманию БГТ инерциоид, я его назвал, инерционный. Смотрите, как он работает. Значит, две этих, два выпрямителя по 50 вольт, короче, подается. И что у нас происходит? Вот у нас, значит, секундомер, смотрите. Ну, значит, вот сейчас остановилось, да? Инерциоид остановился. Так. Мы его включаем. Смотрите. Так. Старт. И засекаем 10 секунд. Видите? Десять, все, стоп. А теперь назад считаем, сколько он будет крутиться. Значит, 10 секунд работал. Видите, какая сила? Это 50 вольт. А на этот мотор можно 220. То есть надо это доделать, подавать 250 где-то, 230 на мотор. Будет 15 тысяч оборотов. Но это все завтра будет. Попробую закрепить туда, в ящик засунуть. Видите, он крутит. 32. То есть это чистая энергия идет. Затрат на 10 секунд, а крутит уже, пожалуйста, 46 секунд, видите? Чистый инерциоид. Вот, минуту. Минуту, короче. И дальше крутит, но уже обороты снизились. Значит, снова. Вот, снова. Включаем вот минуту, да? И снова стартуем на 10 секунд. Вот. Ну, подождите, стоп. Вот так и так. Вот 10 секунд стартуем. Секунд стартовали. И вот считаем дальше. Ну, с 11 считайте, сколько он работает. То есть вот такая схема самая простая. Только надо, значит, усилить напряжение, укрепить, чтобы оно. Я сейчас не гоняю сильно. Почему? Потому что у меня вылетит нахер это все. Видите, тут это так, это как проба. В ящик надо закрепить, укрепить, там, где-то приварить. Ну, в общем, сделать прочно и подавать 250 в течение 10 секунд. Ну, соответственно, там где-то брать ток вот с проводов можно, пока он крутится. Это лучше поставить даже этот, без этого самого, без магнита. С магнитом такой же, оборотный, но с магнитами вот найти еще. Вот уже, видите, минуту крутится он. Спокойно. То есть в 10 раз больше. Вот такая система.